Мам, привет! Привет. Ты знаешь, что я от тебя сейчас хочу? Нет. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь актерским мастерством занималась? Нет. Никогда не занималась? Нет. А когда-нибудь плакала без причины? Ну, когда высокая температура, да, такое было. Это и не без причины. Ну, Высокая температура? плаксивость повышенная тогда. А так вот, просто так, плакала когда-нибудь, вот ради того, чтобы там что-то показать кому-то? Или поманипулировать? Не знаю, может, когда-то это было еще там в детстве. Не Ладно, помню. давай, я сейчас снимаю челлендж, ты должна заплакать за 1 минуту. Сможешь? Не знаю. Давай, поехали. Без слез, хорошо? Нет, со слезами. Давай, поехали. Ну, стой, подожди, не плачь. Сейчас я разберусь с секундомером. Поехали, время пошло. У меня глаза слезятся. 5 секунд прошло. От туши. Нет, вообще не накрасилась. Да у тебя получается, но у тебя же слезятся глаза. Они мне слезятся от косметики. Внимание, 15 секунд прошло. Упадет ли слеза? Слушай, это актриса, ё-моё. Не, не падает. Реально слезятся глаза, посмотри. Но не слезятся. Давай, давай, еще представляй что-нибудь. Включи все. Что ты представляешь? У меня аллергия. Мама, ё-моё, ты актриса, посмотрите, у меня глаза на мокром месте. Осталось 15 секунд. Капнешь слезой? А что мне за это будет? Капнешь слезой? Все, что хочешь. Мама, ты делаешь мое видео просто. О, посмотри. Да ты от смеха плачешь. Нет. От горя? От горя. 5 секунд. Посмотрите, слеза капнула. Yes. Смотрите, смотрите, у нее слеза там, видите? Ой, можно даже вытирать. Ну, вытирай слезы. Слушай, ну ты молодец. Ты можешь в кино сниматься. Да? Да. Я собираюсь со всеми такое проделать. Узнаем, кто быстрее всех заплакал. Ну, ты в минуту уложилась, ты молодец. Как тебе, понравилось плакать? Плакать? Нет. Виталик. Да. У тебя есть опыт с актерским мастерством? Есть. Так, ты сможешь заплакать за 1 минуту? Давай, попробуем. Так, секундомер, секунду. Время пошло. Интересно, о чем он думал. Ты, кстати, не первый, кого я снимаю. Где еще 20? Еще 15 секунд. Давай. 15 секунд. Главное слеза. 5 секунд, давай слезу пустишь? 5 секунд. Нет. Все, как тебе опыт? Хороший опыт. Ты не заплакал? Не заплакал. А что у тебя за опыт актерский был, кстати? В Ростов приезжал. Итак, Лена, последняя из семейства, кто должен заплакать. У тебя, короче, никто не заплакал. Ну, я тоже не заплакала. А у тебя актерское мастерство есть какое-то? Нет? Да ты уже плачешь, смотри. Ну-ка, подожди, давай, не халтурь. Включаем. Я не смогу. Должна верить в себя. Да. Подумай о том, что кто-то... Да как будто посмотри на Виталика. Заплачет. Давай, давай, давай. Вот так смотришь, подумай о том, как кто-то тянет дверь с другой стороны. Все, тишина в зале. Я не могу сосредоточиться, ты сейчас за своей камерой. Давай, я отвернулась. Да не заплачь. Ну постарайся, 30 секунд давай. Закрой глаза. Я не могу быть. Блин, целых 15 секунд еще. Лен. Ну вот тут что-то течет. Ни хрена там не течет. Че, за 10 секунд не заплачешь? А если тянет кто-то с другой стороны дверь? Да это страх, это не слезы. Все. Не заплакали. Короче, ваше семейство не актерское. Ты заплакал, пока смотрел на нее.
Лен, привет! Привет! 100 лет тебя не было видно, но на самом деле сейчас у нас идет челлендж. А у тебя есть вообще опыт актерского мастерства? Нет. Никогда ничего не делала по щелчку? Ну, в детстве выступала. Хорошо, считается. У нас челлендж идет заплакать за 1 минуту. Реально? Да, как прям думаешь? Прям реально заплакать? Да, за 1 минуту. Пустить слезу? Да. Я не знаю, о чем ты будешь думать, что ты будешь делать, но у тебя 1 минута. Поехали. Еще дикое тегу. Давай, 15 секунд. Да не пройдет. Сейчас, подожди, тебе повезло. Так, стой, заново, поехали. Не могу, реально не могу. Подожди, еще минута не прошла, давай. Я просто не хочу о грустниках таких думать, я пытаюсь избавляться от этого. Подумай о чем-то хорошем, от счастья тоже люди плачут. У меня 5 миллионов подписчиков. Не могу. Ну, кстати, слезы уже чуть-чуть начали. Давай. 30 секунд. Сосредоточься. Ты думаешь, если надавить на глаза? Ну, кстати, да. Ну, не получается. Смотри, слезятся уже. Давай, еще дожми. Реально слезятся, я вижу, блестят глаза. Молодец, давай, пускай слезу. Плачь, Лена! Реви! Глаза красные уже. Та-дам! 60 секунд. Слушайте, ребята, ну смотри, Лена, у тебя реально глаза прям слезятся, аж покраснели немножко. Ты молодец, я тебе скажу. Молодец. Ну ладно, в конце видео мы подведем итоги. Пока! Как тебе было, кстати? Пока. Подожди, а как тебе было, кстати? Хорошо. Хорошо, еще будешь дома тренироваться? Конечно. Смотри, еще раз челлендж буду проводить. Кристина, привет. Привет. Челлендж. У тебя же актерское мастерство есть? Ну, не жалуюсь. У нас челлендж, мы сейчас проверим. Челлендж заплакать за 1 минуту. Да, все плакали, все, Кристин, все, одна ты осталась. Да я ж накрашу. Сейчас, подожди, секундомер включу. Скажи, я не буду плакать. Поехали. За меня поплачет не план, уже готова. Это тебе в помощь, кстати. 10 секунд прошло уже. Давай сосредоточься, как тебя учили, давай. Все. Ты что, еще 15 секунд только? Хватит. Представь что-нибудь. Еще и плакать. Так, да, я уже забыла опять. Настройся на победу. Плакать, в смысле, чтобы прям слезы шли? Желательно. Я не говорю, блин. Это спонтанный челлендж, никто не знал, что я буду снимать. 10 секунд осталось, заплачь за 10 секунд, давай. Я не могу, я рада тебе. От счастья слезы лей. Вот капает дождь. Все. Ты даже не пыталась. Да пыталась, я пыталась представить, ничего не получилось. А вас учили на актерском мастерстве плакать? Плакать. С разных нам смеяться. Ну прям слезы. Ну ты плакала? Нет. Там на курсах не плакала? Нет. Короче, вас не учили? Мы ругались там. Ругались, орали, слюни, сопли, но не плакали, да? Ну, по-моему, да. А ну-ка, покажи, как это было. Ну, что-нибудь покажи хотя бы, раз ты даже не попыталась заплакать. Сучка такая, крашеная. Ну что, все девчонки и мальчишки попробовали заплакать за 1 минуту. Теперь настала моя очередь. Конечно, еще не плакали мой брат, Наташа, сестра, но это в следующем челлендже, я обязательно с ними проведу этот эксперимент. Ну а теперь плачу я. Поехали! Лицо такое скрипит. Сейчас. Может, на солнце выйти, чтобы солнце мне глаза прям зафигачило. Блин, это нелегко. 30 секунд.
Блин, это вообще нелегко на самом деле. Я думала, я вообще профи буду. Черт, вообще, блин, у меня не получилось. Я теперь понимаю, нифига себе, мама. И вот из всех, кто пробовали, мама и Лена, они реально, у них даже покраснели глаза и заслезились. И они обе, кстати, по знаку зодиака овны. Ну-ка, интересно, если овны смотрят меня, попробуйте заплакать. Мне кажется, у вас это прям офигенно должно получаться. У вас, по-моему, от природы актерское мастерство. В общем, челлендж очень прикольный. Я буду тренироваться, потому что я еще буду этот челлендж проводить со своим братом и с другими ребятами. И, соответственно, у меня будет возможность еще раз попытаться заплакать за одну минуту. А попробуйте вы заплакать за одну минуту и в комментариях напишите, у кого получилось, а у кого нет. Все, мои хорошие, ставьте лайк этому видео, если понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. А я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока!